Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. И сегодня у нас тематический выпуск «Смешарики Микс». Будем открывать различные сюрпризы с любимыми персонажами замечательного мультфильма. Мне больше всего нравится Крош. Надеюсь, он мне сегодня попадется. А какой любимый смешарик у вас? Напишите в комментариях. И первым давайте откроем шоколадный шар Чупа-Чуп «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе». Смешарики. Легенда о Золотом Драконе. И первой игрушкой мне попался не смешарик, а вождь племени хамелеонов из Легенды о Золотом Драконе. Вот такая прикольная зеленая фигурка стоит на подставке. У нее есть даже корона и крылышки. Коробочка просто той, смешарики. Вот так выглядит вся коллекция. Здесь-то точно попадется смешарик. Собери всю коллекцию. Красивая пластиковая фигурка ежика стоит на прозрачной подставке. По размеру фигурка довольно крупная. Прикольно у него фиолетовые колючки и классные очки. Очень милый ежик. Фигурка выполнена качественно, все хорошо покрашено. Отличная серия игрушек. Шоколадное яйцо смешарики от Конфитрейта с Крошем и Нюшей. Это коллекция фигурки 3D раскраски. Маленькая розовая фигурка Бараша стоит на подставочке. В руке у него кисточка, которая как бы намекает нам: раскрась меня. Пластиковый шар смешарики с 3D игрушкой. Здесь у нас пакетик вот с такими конфетками. И самая нелюбимая моя серия смешариков, вот эта разборная фигурка. Собери друзей по-быстрому. Ну что, попробуй это собрать? И у меня получилась фигурка Кроша. По-быстрому собрать друга можно только при помощи монтажа. Я очень долго с ним провозился. С виду игрушка неплохая. Крош похож на себя. Но у него болтаются все лапки и ножки. Наклейки очень плохо клеятся. Была даже наклейка на нос, но она куда-то пропала. Уж очень маленькая. Но за жизнерадостную улыбку и большие уши поставлю плюсик Кроша. Теперь давайте откроем большую коробочку печенья смешарики. Грибочки плюс подарок. Вот так выглядит вся серия игрушек. Здесь у нас пакетик с печеньками. И здесь вот такие грибочки. Только походу шоколад уже испортился в них. И игрушка в капсуле. Цельная пластиковая фигурка Нюши стоит, облокотившись на розовый зонтик. Сделана игрушка хорошо. Мне уже сегодня попалась Нюша, Крош, Ёжик и Бараш. Пока ни одного повтора в смешариках. Посмотрим, что будет дальше. Шоколадное яйцо смешарики Зенит с Крошем и Барашем. Шоколад уже засох, разлетелся ведь. Охо-хо!
попался еще один дружок, которого можно собрать по-быстрому. Да, это та же самая коллекция «Собери друзей по-быстрому». Ну что, попробую собрать по-быстрому. Почти по-быстрому я все-таки собрал вот такого Копатыча. Очень веселого баяниста. Первый парень на деревне в соломенной шляпе с цветочком. Стоит на зеленой подставке. Играет что-то зажигательное. Эта фигурка сделана более качественно, чем Крош. Свитбокс, смешарики, легенда о золотом драконе. С Крошем и Нюшей. Вот так выглядит вся коллекция. У нас уже сегодня найдены Копатыч, Крош, Ёжик, Нюша и Бараш. Осталось найти Пина, Лосяша, Каркарыча и Совунью. Здесь у нас пакетик с вкусным мармеладом. И игрушка в пакетике. Да, попался новый смешарик. Кто это? Угадайте по рогам. Эта коллекция состоит из 7 фигурок. Не попался Лосяш. Ученый-энтузиаст, желающий изменить мир к лучшему при помощи своих изобретений. Создатель улучшайзера, прибора, позволяющего заполучить любую чужую способность без всяких физических и моральных затрат. Прикольный смешарик Лосяш. Стоит на подставке. Классные у него рога. Прикольный красный нос. На голове у него что-то непонятное. То ли какая-то вязаная шапочка с кисточками, то ли это какой-то парик. Не знаю, что это. Напишите в комментариях, если знаете. Пакетик с шипелкой, с ежиком и кактусом. Стикер внутри. Здесь целых 2 шипелки. И вот такой стикер с ежиком и кактусом, прям как на обложке. Шоколадный шар смешарики «Восточный гороскоп» с Барашем и Крошем. Серия «Смешарики. Восточный гороскоп». Всего 12 игрушек. Каждая символизирует какой-то год восточного календаря. И мне попалась Шуша. Это год змеи. Выглядит очень забавно. Прикольные у нее очки и большой капюшон. Это, наверное, кобра. Но по выражению лица очень симпатичная и добрая. Из шоколадных шаров смешарики «Восточный гороскоп» я уже собрал 5 фигурок, осталось найти еще 7. И остался последний сюрприз, вот такая коробочка от «Просто Тойс» смешарики «Легенда о золотом драконе». Вот так выглядит вся коллекция. Всего тут 12 фигурок. Есть очень красивый вкладыш. Смотрите, какая великолепная фигурка хамелеона Шустряка. Это заместитель вождя. Игрушка стоит на подставке. Детализация у фигурки просто великолепная. Бамбуковые очки, деревянные шлепки, синенькие браслеты на руках, синенькая ленточка в гребешке, сумка на поясе. Все выглядит очень классно и качественно. Не зря эти сюрпризы так дорого стоят. Вот такие классные игрушки смешариков и не только мне сегодня попались. Удалось собрать почти всех персонажей, не нашли только Совунью, Каркарыча и Пина. В сегодняшнем выпуске мне больше всего понравился Хамелеон Шустряк. Он просто супер. А вам какая игрушка больше всего понравилась? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно жмите на колокольчик. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.